Причина крушения легкомоторного пассажирского самолета, который рухнул прямо на жилой квартал, выясняют в американском штате Огайо. В результате погибли все, кто был на борту, не менее 9 человек. Хоукер-25 не дотянул до аэродрома 3 километров. Машина буквально прошила один из домов и взорвалась. Начавшийся пожар стал распространяться на соседние коттеджи. Из одного удалось спасти маленькую девочку. С огнем боролись до темноты. Поисковую операцию власти были вынуждены перенести на утро. При падении самолет повредил электросети, и вся округа осталась без света.